Школа юного журналиста существует третий год, и из кружка юнкоров уже превратилась в полноценное общественное объединение. Там школьники получают знания по разным специализациям журналистики – печати, радио, интернет и пиар, фотографии и ТВ. Совсем недавно ребята прошли блок телевизионной журналистики, и его логичным завершением стала экскурсия по информационному агентству «Курган.ру». Гостям показали все помещения телекомпании, рассказали, какой путь проходит новость от момента, как о ней узнает журналист, и до выхода в эфир, дали подержать в руках камеру, поделились секретами. Также школьники поприсутствовали при записи прогноза погоды и узнали, что никакой карты на самом деле за спиной ведущей не висит, а все снимается на специальном зеленом фоне и обрабатывается в виртуальной студии. Для ребят это оказалось интересной и ранее неизвестной подробностью. Больше всего запомнилось монтажное, как делали новости, запись звука, запись текста. И еще узнала новое, что когда записывают программу новостей, не существует самого вот этого стенда. Также начинающие журналисты узнали о всех профессиях, которые участвуют в процессе создания новостей, познакомились с их представителями и даже успели помечтать, как однажды станут кем-то из них. Наверное, редактором, потому что это очень важный человек в механизме, в огромном изготовлении новостей. Я хочу быть журналистом, мне это интересно, и я могу это. Знакомство слушателей школы юного журналиста с главным редактором «Курган.ру» Василием Малухиным закончилось не просто разговором, а приглашением всех желающих через несколько месяцев на стажировку. Валерия Мельникова, Александр Киселев, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру».